даешь радость, удовольствие, веселье, ликование людям. О, спорт! Первенство по мини-футболу, посвященное 18-летию компании Еврохит. Будешь телесам шарка, сорда побеждать честь. Люди, Юшанатаси, что за страх? Добрый день, уважаемые коллеги! Мне очень приятно приветствовать вас на ленинградской земле. Я рад, что, в принципе, вновь возобновляются спортивные соревнования между предприятиями компании «Еврохим». Тем более, это мероприятие посвящено совершеннолетию компании «Еврохим», 18-летию. И мне приятно видеть здесь, на этой площадке. Я хочу вас поздравить с началом этого турнира, пожелать вам успеха в нелегкой борьбе и поприветствовать еще раз вас здесь, на Кингисеппской земле. И хороших вам настроения и успехов в спортивной борьбе. Здравствуйте, друзья! Но очень приятно действительно видеть спустя, наверное, 3 года, когда последний турнир проводился, знакомые лица, новые команды. Казахстан очень рады приветствовать. Первый раз команда участвует в соревнованиях. Надеемся, не последний, и будут продолжать это делать. Ну и остальные участники, команда недавняя, присоединившаяся к компании «Еврохим», это Томс. Ну, есть все условия для того, чтобы показать действительно красивый, зрелищный футбол. Всего хорошего, побед, удачи. Уважаемые участники нашего турнира, мы рады приветствовать на нашей кингисеппской земле, на северо-западе. Очень рады видеть знакомые лица, которые уже встречались вместе на площадке. Сейчас в данном случае будем вас журить, судить. Из всего судейского корпуса хочу пожелать вам хорошей игры, без травм, главное, здоровья и крепкие веселья вернутся в ваши родные коллективы. Вообще перспективы, что наша команда выиграет? Конечно, ожидания самые высокие. Надеемся на победу, настроены. Состав у нас оптимальный. Должны побеждать. Если покажем свой футбол, то сможем победить без проблем. Как вы думаете, вы первое место увезете в Казахстан? Нет, дай бог. Спокойно! Я играю!
Пацаны, вдвоем здесь. Пока есть, пока есть. Пока сам. В рот ударь.